Добро пожаловать в базу данных вооруженных сил. Запрос доступа к засекреченной информации. Устанавливается связь. Связь по защищенному каналу установлена. Для доступа к профилю идентифицируйте себя. Внимание! Данные повреждены. Пожалуйста, восстановите свой профиль. Подтвердите биографию до поступления на службу. Подтвердите психологический портрет. Подтвердите военную специальность. Подтвердите внешние данные. Восстановление профиля завершено. Личность идентифицирована. Итак, что же с Шепардом? Родился на земле, но о родных никаких сведений. Нет у него родных. Он вырос на улице. Научился сам о себе заботиться.
Он хорошо показал себя во время блица. Сдерживал наземные силы противника до подхода подкреплений. Если бы не он, Элизиум пал бы. Его отвага вне всякого сомнения. Человечеству нужен герой. А лучше капитана у нас никого нет. Я приму решение. Тяга норма, навигация норма, внутренние тепловые коллекторы задействованы. Все системы работают. Дрейф в пределах 1500. 1500 — это хорошо. Ваш капитан будет доволен. Вот гондон. Найлус сделал вам комплимент, а вы его ненавидите. Если ты вышел из сортира и при этом не забыл застегнуть комбез, это хорошо. А я только что совершил прыжок через всю галактику и попал в цель не больше спичечной головки. И это уже мега круто. К тому же спектры — это не к добру. Мне не нравится, что он на борту. Считайте меня параноиком. Вы параноик. Совет помог профинансировать проект. У них есть право проверить, на что пошли их инвестиции. Да, официально все именно так. Но только идиот верит в официальные версии. Спектров не посылают на тестовые полеты. Значит, здесь нечто большее, чем говорит нам Андерсон. Джокер, доложите обстановку. Только что прошли через ретранслятор, капитан. Стелс-система запущена. На вид все спокойно. Хорошо. Найдите коммуникационный буй и подключитесь к сети. Я хочу, чтобы начальство получило наш доклад до того, как мы достигнем Иден Прайм. Слушаюсь, капитан. Советую застегнуть все пуговки. В вашу сторону движется Найлус. Он уже здесь, лейтенант. Передайте капитану, мы встретимся для инструктажа в радиорубке. Слышали, капитан? Чудно. Довели капитана до бешенства, а мне отдуваться. На меня прошу не сваливать. У капитана всегда плохое настроение. Только когда говорит с вами, Джокер. Мы тащимся за ним следом. Расслабься, Пресли. Ты себе...
Поздравляю, капитан. Похоже, все прошло гладко. Вы идете к капитану Андерсону? Похоже, вы не доверяете нашему гостю Турианцу. Простите, капитан. Просто мы с Адамсом перебросились парой слов. Ничего такого не имели в виду. Но знаете, есть в этом задании что-то странное. Вся команда это чувствует. Думаете, руководство Альянса что-то от нас скрывает? Если мы должны просто испытать стелс-систему, тогда почему командует капитан Андерсон? Да еще этот Найлус. Спектры, элитные агенты, сверхсекретные. Зачем посылать спектра, причем спектра Турианца, на пробный полет? Что-то тут не складывается. Что вам известно о стелс-системах? Я только знаю, что она скрывает нас от сканеров и датчиков. Передовая технология. Нормандия — единственный корабль с подобным двигателем-прототипом. Но почему у нас экипаж по полному штатному расписанию? Дешевле было бы оставить только основной состав. И шансов, что будет утечка, меньше. Да еще этот Найлус. Понятно же, что эта прогулка всего лишь прикрытие. Для чего? Понятия не имею, капитан. Но мы явно здесь под ложным предлогом. У вас какие-то проблемы с капитаном? Никак нет, сэр. Но я не понимаю, что он тут делает. Капитан Андерсон – один из самых прославленных действующих офицеров. Если он переплавит все свои медали, то сможет сделать свою статую в полный рост. Такого бойца не посылают на пустяковое задание. Он слишком серьезно относится к нашему полету. Здесь что-то большее. Вы не доверяете Найлусу? Я вообще турианцам не доверяю. Это у меня наследственное. Мой дед – участник войны первого контакта. Он много друзей потерял, когда турианцы на нас напали. Это было 30 лет назад. Нельзя винить в этом Найлуса. Да, вы правы. Но все равно меня нервирует, что на борту «Спектр», тем более турианец. Мы – корабль Альянса. Мы представляем человечество. Но Найлус, в отличие от всех нас, не подчиняется капитану. У спектров своя субординация. И они не летают на обычное задание. У Найлуса такой вид, словно он ждет каких-то боевых действий. Мне это не нравится. Попробую что-нибудь у него вытянуть, когда увижу. Удачи, капитан. Я вырос на Эден Прайм, док. Это не то место, где часто бывают спектры. Найлы что-то не договаривает об этой миссии. Не сходите с ума. Здесь командует капитан. Он не станет подчиняться какому-то спектру. От него ничего не зависит, док. Спектры никому не подчиняются. Творят что угодно. Убивают всякого, кто встанет у них на пути. Ха. Как вы думаете, капитан? Мы ведь на Эден Прайм недолго пробудем. У меня руки чешутся по настоящему делу. Я искренне надеюсь, что вы шутите, капрал. Ваши настоящие дела обычно кончаются тем, что мне приходится вас штопать в лазарете. Лишь дурак ищет драки, капрал. Простите, капитан, но я скоро помру от ожидания. В первый раз у меня такое задание, и спектр на борту. Что вы мне можете рассказать о Найлусе? Турианцы пользуются уважением. У них больше патрульных кораблей в пространстве цитадели, чем у любой другой расы. Хотя мы с ними не всегда ладим. Кое-кто считает их слишком упрямыми. Другие до сих пор винят их в войне первого контакта. Лично я с Найлусом и парой слов не обмолвилась. Он говорит только с капитаном Андерсоном. Я слыхал, Найлус как-то в одиночку перебил целый взвод. Поверить не могу, что я на задании вместе с настоящим спектром. Относитесь к этому как ко всем прежним своим заданиям, и все сложится. Вам легко говорить. Вы-то себя показали во время Блица. Все знают, на что вы способны.
Для меня же это большой шанс. Я должен показать начальству, на что я способен. Цель миссии не в чьей-то личной славе, капрал. У нас просто есть работа. Не наделайте глупостей, чтобы все не испортить. Не волнуйтесь, сэр. Я не напортачу. Что вы знаете о спектрах? Только то, что рассказывают. Агенты-спектры подчиняются только совету Цитадели. Обычно работают по одному или небольшими группами. Однако официальных полномочий у спектров нет. По сути, это тайная организация, которой поручено охранять и защищать стабильность галактики. Да, защищать любой ценой. Вот о чем не забывайте. Спектры стоят над законом. Почему среди них нет ни одного человека? Обычно спектров выбирают из рас, входящих в совет. Мы уже давно пытаемся добиться, чтобы в их ряды приняли человека. Но до сих пор этого не произошло. Эй, капитан, а из вас бы хороший спектр вышел. Вы ведь герой войны, да? Во время Блица в одиночку сдерживали целый вражеский флот. Как раз такие таланты спектрам и нужны. Не выдумывайте, капрал. Спектры не набирают в свои ряды людей, каковы бы ни были их способности. Как же контролировать агента с неограниченными возможностями? Я полагаю, если агент выходит из-под контроля, совет лишает его статуса спектра. После чего за дело берется служба безопасности Цитадели. У громил из СБЦ не будет ни единого шанса. Спектр стоит 20 обычных солдат. Спектры сами себе полиция. Если агент зашалит, посылают другого агента, чтобы он его шлепнул. Вот это правосудие спектров. Капрал путает романтические легенды с реальностью, капитан. Как же контролировать агента с неограниченными... Я полагаю, если агент выходит из-под контроля... Угромит спектры сами Капрал путает романтические легенды с реальностью, капитан. Вы ведь сами с Иден Прайм, верно, Дженкинс? Как оно там? Тишина и покой, капитан. Колонизацию проводили очень деликатно, так что на планете сейчас ни городского шума, ни загрязнения. Мои родители жили на окраине колонии. По ночам я бывало ходил на холм и глядел через поля на огни главного поселения. Очень было красиво. Но когда я стал старше, то понял, что для меня там слишком уж тихо. Потому и пошел на службу. Даже рай в конце концов надоедает. Есть идеи, почему нас отправили на Иден Прайм? Я точно не знаю, капитан. Иден Прайм одна из самых стабильных колоний. Вполне подходит для тестового полета. Ничего опасного там нет и быть не может. Но что-то там, видно, случилось, раз у нас спектр на борту. Вот и я места себе не нахожу. Не могу никак дождаться настоящего дела. Меня ждет капитан Андерсон. До свидания, капитан. Капитан Шепард, хорошо, что пришли раньше. Будет возможность поговорить. О чем? Меня интересует та планета, куда мы летим. Иден Прайм. Я слышал, там довольно красиво. Говорят, что это настоящий рай. Да, рай. Спокойно, тихо, безопасно. Для вашего народа Иден Прайм имеет символическое значение, так? Доказательство того, что человечество способно не только создавать колонии, но и защищать их. Но так ли там безопасно? Если вы хотите что-то сказать, так говорите прямо. Ваш вид еще новичок, Шепард. Галактика может быть очень опасным местом. Готов ли Альянс к этому? Думаю, пришло время рассказать капитану, что на самом деле происходит. Это задание не просто пробный полет. Я уже догадался. Нам нужно незаметно забрать кое-что с Иден Прайм. Поэтому понадобился специалист по тайным операциям. Должна быть какая-то причина, которую вы не назвали, сэр. Приказ самого верха. Информации минимум, только, как говорится, необходимые знания. Ученые копали на Иден Прайм,
нашли какой-то маяк. Видимо, протеанский. Я думал, что протеане исчезли 50 тысяч лет назад. Но осталось их наследство. Ретрансляторы, цитадель, двигатели наших кораблей. Все это основано на протеанских технологиях. Вопрос не шуточный, Шепард. В последний раз подобное открытие подтолкнуло человечество на 200 лет вперед. Но на Иден Прайм нет возможности работать с такими предметами. Чтобы как следует изучить маяк, мы должны вывести его на цитадель. Капитан, эта находка выходит за рамки интересов человечества. Открытие такого масштаба повлияет на все расы в пространстве цитадели. Почему бы не оставить маяк себе? У вас, людей, не самая лучшая репутация. Некоторые расы считают вас эгоистичными, слишком непредсказуемыми, слишком независимыми, даже опасными. Если мы расскажем о маяке, улучшим свои отношения с Советом. К тому же, нам нужна их научная помощь. Они знают о протеанах больше нашего. Маяк не единственная причина, по которой я здесь, Шепард. Найлус хочет увидеть вас в деле, капитан. Он хочет вас оценить. Что происходит, капитан? Альянс уже давно добивается этого. Человечество хочет играть более важную роль в межзвездной политике. Мы желаем оказывать больше влияния на Совет Цитадели. Спектры — это власть и авторитет. Если они примут в свои ряды человека, все поймут, сколь многого смог добиться Альянс. Во время Блица вы в одиночку сдерживали натиск противника. Вы не только проявили отвагу, но и показали большое мастерство. Вот почему я выдвинул вашу кандидатуру на место Спектра. Зачем турианцу нужно, чтобы среди спектров был человек? Не все турианцы презирают людей. Некоторые из нас видят в вашей расе полезный потенциал. Вам есть что предложить остальной галактике? И спектрам. Мы — элитная группа. Те, в ком есть нужные нам качества, встречаются нечасто. То, что вы человек, Шепард, не имеет значения. Важно, что вы способны делать эту работу. Просто скажите мне, что делать. Мне нужно самому увидеть, на что вы способны, капитан. Иден Прайм будет первым из нескольких заданий. Вы будете руководить командой наземных бойцов. Заберете маяк и быстро доставите его на корабль. Найлус пойдет с вами и будет наблюдать за ходом миссии. Почему этот маяк так важен? Вся современная цивилизация в галактике основана на технологиях протеан. Даже ваша. Если бы мы не нашли протеанские развалины на Марсе, то до сих пор торчали бы на Земле. Там был всего лишь маленький диск с данными. А тут целый маяк. Что если это архив по вооружениям? Нельзя, чтобы он попал не в те руки. Кому, например? Оттический траверс — не самый стабильный сектор пространства Цитадели. Там орудуют немало криминальных группировок. Для них протеанский маяк — достаточная причина, чтобы рискнуть и напасть на корабль Альянса. К тому же Иден Прайм находится на границе систем Термина. Оттический траверс находится под защитой Цитадели. Если системы Термина нападут на нас, это будет актом войны. Теоретически да. Но некоторые расы в системах Термина могут быть не против развязать войну. Вряд ли Совет порадуется масштабному конфликту с системами Термина. Так что мы должны все сделать без шума. Мне хотелось бы больше знать об Иден Прайм, прежде чем мы там окажемся. Ну что тут можно сказать? Мирная, аграрная планета — одна из самых старых и успешных наших колоний. Мы показали, что готовы заселять новые планеты, готовы выйти за пределы Земли. Иден Прайм — символ эволюции человеческой расы. А теперь прославится еще и как место, где люди совершили открытие галактического масштаба. Что вам известно о протеанах? То же, что и любому школьнику. Технически развитая раса правила галактикой 50 тысяч лет назад,
потом сгинула. Куда и почему, неизвестно, хотя теорий куча. Понятно, что без протеан нашей цивилизации не было бы. Их цитадель — сердце галактического сообщества. Без их ретрансляторов были бы невозможны межзвездные путешествия. Мы все в огромном долгу перед протеанами. Как прикажете, капитан? Мы уже на подходе, Кейден. Капитан, у нас проблема. Что случилось, Джокер? Сэр, сообщение с Иден Прайм. Посмотрите сами. Выводи на экран. Ложись! Нас напали! Несем тяжелые потери! Повторяю, тяжелые потери! Не можем! Эвакуация! Они свалились из ниоткуда! Требуется... После этого все обрывается. Сигнала нет. Вообще ни хера нет. Перемотай на 38,5. Докладывайте. 17 минут полета, капитан. Кораблей Альянса в районе нет. Вперед, Джокер, быстро и тихо. Задача только что сильно осложнилась. Ударная группа может выдвинуться быстро и не привлекая внимания. Это шанс забрать маяк. Встречаемся в грузовом трюме. Пусть Оленко и Дженкинс готовятся. Вы идете на выход. Включаю стелс-системы. Я гляжу, кое-кто тут нехило поработал, капитан. Ваш отряд — главная сила операции, капитан. Прорывайтесь прямо к месту раскопок. Что делать с выжившими? Помощь выжившим — задача второстепенная. Главная ваша цель — это маяк. Заходим на точку один. Майлз, вы ее не с нами. Один, я двигаюсь быстрее. Майлз пойдет вперед на разведку. Он будет сообщать вам о ситуации. В остальном прошу соблюдать тишину в эфире. Я бы не хотел доверять свою жизнь Турианцу, сэр. Майлус на нашей стороне. Он хочет, чтобы вы вступили в ряды спектров. Ему нужен этот маяк. Служу Альянсу, сэр. Успех миссии зависит от вас, Шеф. Удачи. Заходим на точку 2. По периметру все спокойно, капитан. Это еще что такое, черт побери? Газовые пузыри. Не волнуйтесь, они безвредные. Черт! Все цели уничтожены.
Черт! Что здесь произошло? Следим, чтобы его похоронили со всеми почестями, когда завершим миссию. А сейчас не отвлекайтесь. Слушаю, сэр. Все в порядке, капитан.
Спасибо за помощь, капитан. Честно говоря, не думала, что мне удастся выжить. Сержант Эшли Уильямс, взвод 212. Вы здесь главный, сэр. Вы ранены, Уильямс? Несколько царапин и ожогов. Ничего серьезного. Остальным повезло меньше. Да, боже. Мы патрулировали периметр, когда началась эта атака. Мы попытались послать сигнал бедствия, но они отрезали всю связь. С тех пор я постоянно сражаюсь за свою жизнь. Вы знаете, с кем мы имеем дело? Думаю, это геты. Гетов не видели за пределами Вуали уже почти 200 лет. Что они здесь делают? Наверное, им был нужен маяк. Место раскопок закрыто. Оно за тем холмом. Маяк должен быть там. Мы с лейтенантом Оленко во всем разберемся. Позвольте мне пойти с вами, сэр. Гетты убили весь мой отряд. Дайте мне шанс отомстить. Она знает эту местность, капитан. К тому же нам не помешает лишний ствол. Только не забывайте, кто тут главный. Так точно, капитан. Вы отдаете приказы, я их выполняю. Опишите, что случилось перед атакой. Пару ночей назад нас направили из главной колонии патрулировать местность. Все шло как обычно, пока на нас не напали гетты. Мы даже не заметили их приближение. А что случилось с исследователями на месте раскопок? Не знаю. Они разбили лагерь около маяка. С ними был отряд 232. Может быть, им повезло больше. А спектра турианца вы тут не видели? На Эден Прайм нет турианцев. Я их не встречала. К тому же, вряд ли бы я смогла узнать спектра. Если бы вы его увидели, вы бы его узнали. Оружия у него достаточно, чтобы разнести целый взвод. К счастью, он на нашей стороне. Извините, как я уже говорила, турианцев я здесь не видела. Расскажите мне все, что знаете о маяке. Здесь проводились раскопки, чтобы построить железную дорогу и расширить колонию. Несколько недель назад ученые откопали какие-то протеанские руины и маяк. И вдруг вся колония как будто помешалась на этом маяке. Вот нас и отправили охранять место раскопок. Я почти ничего не знаю о самом маяке, но я слышала, как один из исследователей говорил, что это может быть величайшим открытием века. Что еще вы знаете о гетах? Только то, что учила в школе на уроках истории. Они синтетики. Неорганическая форма жизни с ограниченным ИИ, которую несколько веков назад создали кварианцы. Их хотели использовать как дешевую рабочую силу, но в конце концов они напали на кварианцев, и те были вынуждены покинуть планету. После этого они исчезли за вуалью Персея. С того времени о них толком никто ничего не слышал. Выходим. Thank you.